Забываем записи остановить полтора часа мы ебаш. Тык на сумон. Двакин резайся там. Ты призрак. Я пока не могу сумануть. Давай, я давай. Я пока рыбку поставлю. Вот Фокс, ты где? Логаешься? Тык на сумму. Бать, кто там дышит? Ну, это я, наверное. Хуяришь, да? Как бык, блять. Вот Фокс. Вот Фокс, заходи. Вроде в Дисе он сидит. Жрите рыбу, а где рыбочный? А вот он. Венхи тоже уешь какой-то хуйней, да? Ну, вроде с автоатакой могут же подбежать, побить. Любой дамаг в келе очень нужен. Там же лужа у них. Не, ну если проблемно, прям... Не, ну надо отводить будет. Первый раз хуй с ним можно не отводить, потому что ему надо побольше агрона брать. Мастеру. А дальше надо отводить. Мэтт Фокс, блядь, чё у тебя там? Напиши в диск куда-то там, во флудилку, блядь. Я не понимаю, ты тут вообще, нет? Мэтт Фокс. Прием. А там можно на килисете танка грозно бьет просто и потом отойдет со сферками чуть подальше. Я и говорю, он будет отходить. Только первый раз он может столько огромного прилично не наберет. Ну пусть там. То второй раз отойдет, когда выберется. Где Мэтт Фокс? Давай заходи. Зашел, видать, когда босса еще не убили всех, умер и зашел в инст, и, наверное, вылетела игра, да? Ты, наверное, не знаешь, как тут Сирус работает. Недавно доиграешь. Заходи, резайся. Хожу, говорит. Нихуя сложного на боссе нет. Три тела бьют кинетику. Главное, смотрите, она не должна падать. Это дохуя портит все. Оно и дамага дохуя по рейду. И люди со своих мест уходят. Хилы танков теряют и так далее. Нельзя ее уронять. Люди в любом случае улетают. Все, Мэтт Фокс, жри рыбу. Давакин, ты тут? Братан, кинетика твоя центральная звездочка, это твоя позиция. Кинетики, откуда дотягиваешься. Если вдруг две в кружке или две в ромбике падают, помогаешь. Только кинетики ты бьешь, там петов, хуетов, например, хуй знает. Твоя задача не уронить, они очень быстро падают. Мэтт Фокс также в кружке, а в ромбике хэлла в хиле. Ну, взятый страхуешь ромбик. Ну yes. И давай тогда, мистери, ты страхуешь кружок. Ну, а центр, я думаю, у вас там дохуище в центре. Центр потихоньку все страхуйте. Ну, вы знаете, что будет. Упадет кинетика, мы посыпемся, блядь. Нихуя сложного, блядь. А, этот... Проверка. На вихре, главное, разбегайтесь. Валанор, он у всех же в цели, когда вы его бьете. Только близко не подходите, боссу не спульте раньше времени. 4 на пула, с пула на войда дадите талдаром, валанор, обоих. А уешка там никак. ДЦ, дайте пристамах. ДЦ и рарни, дайте пристамах. Алло, босс изи. Килай тут? Да, я жива. Так, даю чё? Я целый полчаса. Погнали. Блять, эй, я нахуй. Я для кого говорю, сука? Уберите... Сука, вот... Начинается мат, нахуй, когда вы, блять, не понимаете, блять. Вас просят нормально. Уберите ебучие руки, блять, за спину. Дайте 4 напулам на пули. 10 секунд почильте, блять. Я в него ни ЛПшку не дал, нихуя, он уже бежит, блядь. 2 ЛПшки дал, он на меня не пошел. Так, кто там синтек резнул, ну? На пулы тоже охуеть. Валанара напуливайте, Талдара мы не хуй забили, да? Его бы тоже напулили. Вихрь он. Приспущу сюда, чтоб хилам поближе быть.
Келесе-то бейте, идите там, стаки когда скинули. Ебать ты его поставил, конечно, вдруг. На агро смотрите, главное, у Келесе-то. И фулл баф по магу. Каску, лапу, приставав, надеюсь, все на нем есть уже. МП5, блядь, вся хуйня. Смена цели 5 секунд. Талдаром будет. Давайте Геру. В кого шарик летит, по рейду бегаем, чтобы разрядить его. Квадрат падает. Подхватил квадрат взятый. Покорит, видишь, дамага не получает нормально. Так, в миле воронка там. Сейчас полетим. Я увел, я не вижу где-то. А, вон она на ступеньках. Кружок луну, подбил. Луну подбейте. Луну помогите. Кружок, не спи, блять. Хули ты стоишь вообще, блять? Где гнев небес, нахуй, твой, блять? Ты должен его кастовать как пулемет, блять. Все работаем, блядь, иначе мы... Крест падает рядом с Келесетом, пизда, блядь. Это пизда. Хорош. Вон там кто-то стоит, кастер какой-то, побить. Вихрь не зыбку дал. Спирит, нахуй. Ложный выпад, где у тебя, блядь? Равист спирита реснешь. Песа, держи эту хуйню тогда. Тут сейчас стаки скинем, еще отведу. Спирита фулл баф, захилить. Им на ману дайте. ДЦ давай на ману. Келесит. Милики вихри. Бейте, сука. Посмотрим, вот когда встанем, тогда посмотрим. Отводи сферы. Отвел он там сферы? Идите бейте нахуй. Конечно не убьете, если вы не будете Келесита бить. Как упремся, так посмотрим. Может хила уберем одного. Луна падает. 5 секунд смена цели. Уже готовится бежать можете к Талдарому, милики. Вон там тем более вихрь. Вот вам поближе. Ну пока впритык идем. Убить можно, там еще экзекутка. Главное, никто не дохните. Так, вихрь где-то появился там в центре. А вот он, в боссах прям. Главное вот эти вихри, милики, замечайте, чтобы свой дамаг не терять. Прожимки, всю хуйню. Сейчас Валанар будет, секунда. Все, Валанар бьем. Я в ахуе просто. Даю незыбку. Разбегайтесь. Вадикон спирит арес. Это что, блять? Темница тьмы. Ладно, ложимся. Это стаки на лутали, я смотрю. Блять, нихуя сложного на боссе нет, какую-то хуйню, блять, исполняете. Кинетика падает прям в центре, блять. Так сейчас не от кинетики же умерли вроде, а нет от кинетики. Кинетика откинула, две штуки упало подряд. Ну, это о чем говорит, блять? Давакин, что, не бьет, генетика в звезде падает твоя. Какого хуя? Ты мне расскажи, братан. Брателла, блять.
Что он там, блядь, есть? А ТВ идется, нет? Или что там за хуйня? Чё-то не могу понять. Или сферы так и должны быть? Баганулся просто, наверное. Надеюсь. Кин-то не должен был до всего дотягиваться. Вот есть центральная часть зала, да? И вот ты только центральную эту часть и держишь. Крайнюю левую, крайнюю правую часть зала держат другие люди. Угу. Роги, блядь. Вот давайте еще раз. Вихрь наносит 15 тысяч, ну 12-15 тысяч урона физухой. Один вихрь, 12 метров вокруг вас. В каждом игроке он создается. На могучем вихре. Если вы вдвоем стоите, как два гомика, вы уже 25 тысяч лутаете, блядь. Ну, это снижается дамаг броней, блядь. Но это не значит, что надо, блядь, ебанить там. Роги, у вас есть ложный выпад. Это АОЕ. Снижается на 50% ложным выпадом. Ложный выпад обязательно на вихрь, на могущественный должен быть. У всех рогов. Локи, телепорт. Подожди. Остальные убегают. Ложный выход. Выпад. Ложный выпад. Линканите в чат, прочитайте. Он что, носовки 30 снижает? Линканите в чат и прочитайте. Вон история, ебани, линкани. Вот, читайте. На 50%. КД 10 секунд. Кайф. Так что спирит, блядь, поставь эту хуйню себе на кнопку 1. И, блядь, на... Ну, блядь, хорошо, когда стоит, блядь. Плохо, когда стоит и не пользуешься. Как скала, да, стоит, как в этом фильме «Вампиры», блядь. Чё, говорит, падре, у тебя встал, говорит, да, говорит, как скала. Когда они вампиров поубивали там. Это грубо, падре, грубо, говорит. Рыбу ставлю. Блядь, вводит и цитаты из фильмов. Это еще хуйня, блядь. Сейчас цитаты Вин Дизеля, если вспомнить, блядь. Нельзя отворачиваться, да, от рейда, да, даже когда рейд отворачивается от тебя, блядь. Главное, это семья. Что-что? Ну... Скажи, это на Гаганаше. Короче, блядь. Максимум ДПС в босса, не проебывайтесь на улетание от вихрей. Давайте, кто там с миликов ни разу не улетал? Свято, солерарник или малефицист? Скажи мне, какая обстановка там, потому что я за этим особо не слежу. Я отвожу типа боссов? Милики, они вообще не, ну, бывают, просто стоят под боссом и просто улетают, потом прибегаются. Мне надо, чтобы слышь, это чё? По минимуму все было. Слав. Чего? А это... Ты не хочешь попробовать... двух наших, короче, энхов поставить, пускай они бьют сферы, ну, кинетики, а РДД освободятся, таким образом будут нормально, типа, хуярить по боссам. Если бы не давали двадцатку. Так они и будут тебе пятнаху выкидывать. Ну, пятнаха и двадцатка, ну, блядь, ебать, энхи, нахуй, будут кастовать молнию в кинетику? Ты вот это хочешь? Да похуй, что не будут кастовать, просто любой РДС был шаманский, хоть молнию. Энхи, чё... Шок. Энхи... Но у них скорости нормально. Энхи, чё скажете? Не против позаниматься? Одного налево поставь, другого направо, а это еще и разрядит, типа, обстановку в мили-зоне. Где народу дохуя. Энхи, призон, Акиса, чё скажете на эту хуйню? Будете... У них единственная дистанция уменьшена до 30. Ну да, ренжа у них только меньше. Ну 30 метров это нормально, дохуя. Я с 30 метров бью. Тут только Ханс с 40 стреляет. Ну давай, хули, посмотрим, что это будет за клоунада. Давай этот призен постой в это, давай в кружке. А Киса в этом, в ромбике. Ну а в центре тогда кто у нас? Блять, сову в оставить. Давакин у нас стоит, и сова пускай стоит. Ну, Давакин с совой в центре, вон стойте. Если хуёво будет. Еще это, танк Хукмастер, который, у меня просьба к тебе. Ты вот сюда вот босса заводишь, на взятого, гляди, я рядом с тобой бегаю. Ты вот сюда вот босса заводишь, в принципе, это типа охуенно, только вот прям сюда вот в метку его не заводи, оставь его вот тут вот.
если тут будет стоять, потому что РДшники, которые вот здесь вот оказываются, им приходится бегать до центра арены, чтобы можно было бить Келесета. На это очень много уходит времени. Да, спасибо. Извините. Мишкой мне нравится тут танчить. Откинул, чаржнулся, блядь. Да я чё? Вар, наверное, тоже. Нихуя. Секунда смены цели. Геро. Да, давайте Геро. Бой цикличный, ничего не меняется. Просто повторять ПКД одни и те же действия, все. Кинетику не уронить. 2 секунды смена цели, 2 секунды. Вихрь за спиной. Центр, крестик падает. Хэлла хорош. Повыше поднимайте, блять, кто там назначенные. Мне интересно, как Энхэм играется. Этот... Айновен, дай сальву по два носка. Мистери, нажми и раскол. Блять, сова сдохла нахуй. Как он сдох, нахуй? Ты тут, Мэтт Фокс? Захиливайтесь. Так, да, внизу. Да сука. Не успел. Давай, Рави, стрессай сову. Там если чё, раньше 12 метров, вот. Убегает дальше всех, все равно кто-нибудь да подбежит. Вот. Так, да, он вихрь, и зыбку. Захиливаем людей. Так, вихрь где-то милики возле нас. Не вижу где, блядь. Где-то там был, блядь. А вот он в центре. Секунду. Келесита бейте. Без АВЕ. Сферы там отводи, кукмастер. Отводи сферы подальше. Сколько там на нем агро? Агро нормально, 1000 нахуй. Хуярьте, Келесита посильнее. То на сферах, те на сферах. Кинетика новая появилась. Поднять. Главное новую не проебать.
И старые тоже. Пять секунд смены цели, милики, готовимся выходить. Вон вмешательство бесов и чарж босса. Так, вихрь где-то появился. процентов 5 минут. Все, тютелька в тютельку успеваем, никому умирать нельзя. Это все по кругу повторяется, блять. Че у вас там по мане? Киса 4 косаря. Хэлла, ставь тотем, ДЦ гимноману. Вадикон по гримзолу. Да ебаный в рот, нахуй. Это меня вихрь откидывал или что это было, блядь? Нет, кинетику уронили. А нахуй вы ее роняете, сука? Помогайте им, блядь. Талдаром. Немножко отведу. Бэт Фокс по гримзолу. Иннер. Вот сейчас два носка ходил. Зачем ты ходишь? У тебя хп, блядь, 1000, а ты идешь. Бэт Фокс, два носка резай. Быстрее, не успеем убить, блядь. Захилить сразу его, щиток ему. Келесит обейте. Вставай, захилить. Фулбаф помогу. Каску, лапу, пристабаф. Ману там рез неси. Так, у тебя до тотема минута 20. Мэтт Фокс, иннер по гримзолу дай, Мэтт Фокс, озарение. Блядь, сейчас танк ебанется, ОТшник. Да как ебанется, сука, ну не зыбку нажимай. Айнавин, ну утащили, массакру. Блядь, сферы нахуй. Массакру дайте, сферы-то унти. Создаю гем на хп. Да вот, блядь. Айнавин, утащи сферы к танку, к ОТшнику. На хукмастера. Все, он не сдохнет уже. Все, уже похуй. Бейте валанера, все идите. Этот. Кто там? Синтек ресер арника быстрее. Даю незыбку. Там на том танке СС висит. Хорошо. Фулбаф по арнику. Блять, до тотема еще время. Сколько там у тебя до тотема что-то сместилось? Гримзол, сколько у тебя там? 20 секунд. Скажешь, как, короче, ПС, готовься, как он скажет, тотем ставлю на ману. Кинетика и квадрат. Кинетику поднимите, блядь. Разбегитесь. Бори этот, массакрака, да? Да сука, ну что вы, блядь? Давай, талдаром убьем. Так, кто там, один СС у нас? БР у Вадикона. Кто из них больше давал? Гим на ману сдайте. Мистери. Вадикон, мистери, ресай. Фулбаф по локу сразу щиток. Пэса на ману читанул, все нормально. Геру, если есть, свободно, дайте. Геру любой шаман, дайте локу. Так, 20 лямов, минута 40. Должны добить. Давайте, экзекутка идет. По мане залупа полная. Этот, значит. Не вижу, у кого зрение там. Сука. У меня есть Вадикон, иннер есть. По Айновену дай. Келесит объем, отводи сферы. Сферы забери заново. Да ебаный в рот, блять. Сука. Войда прохиливаем. Так, я сферы пособираю, нахуй. Пизда, нахуй. Бьем эту хуйню всю. Все, сдох. Крест падает. Заберите кто-то келесит-то нахуй. Да ебать его в рот нахуй. Ай, сука. Пидерсия ебаная, я не понимаю нахуй. Дохнуть на всякой залупе нахуй.
Если ты улетаешь на этой хуйне, этот самый, Брюли, ты отдавай сразу, блядь, все сейвы свои ебучие. Потому что ты когда откидываешься воронкой, ты теряешь все сферы сразу. Тебе их надо вернуть, блядь. Кинетики вы роняете, это пизда идет полная вообще, блядь. Бегайте со стаками, это вообще пиздец. Стойте, сука, не подамажьте, блядь. Скинули стаки, подходите, дамажьте, чтобы вы доставали до босса. Просто это, РДДшники, вы там одну такую штуку просто поймите. Один уроненный кинетик, это просто, блядь, минус ДПС от всех миличников, которые будут стоять 15 секунд и скидывать с себя стаки. Ну, три стака не надо, не надо скидывать 3 стака там, блядь. Я понимаю, когда у вас 5000 хп, нахуй, и 10 стаков, тогда вы стоите. А когда вас кинетика откинула, вам сразу вернуться надо к боссу и бить его. Ну, типа как бывает, вот сейчас вот откинуло, мы только вернулись с Кирисета, там, условно, на мне там было 7 стаков, да? А, и тут же падает кинетик, и после этого еще вихрь, все. Типа на мне 7, ну, 15 стаков, я отдаю ШВ, блядь, просто стою АФК, жду, чтобы не сдохнуть. И рядом со мной стоят еще 4 или 5 милишников. Этот, Брюли, ты понял всю эту хуйню? Откинуло и ваншот. Ты понял, что я тебе объяснял? Тебя откинуло, ты сразу даешь сейвы все свои. Ключ, нахуй. Панцирь, блядь, незыбку, нахуй. Блядь, резнулся трэш тут, нахуй. Вальку не спульте, блядь. Сейчас Валик будете бить вместо босса, блядь. Но босса убили только и все, блядь. Слышишь? Сейчас она еще сюда будет лететь. Уйдите, блядь. Брюли, ты понял, что я тебе объяснял, блядь? Незыбки всю эту хуйню приготовь. И смотри, чтобы вихрь возле тебя не был. Не проеблань вихрь этот. Кинетика тоже, когда возле него падает, блядь, его откидывает. Не спульте Вальку. Назад уйдите. Ребят, с АОЕ со своим еще, пожалуйста, поаккуратнее. Сейчас пару раз просто с ОТ кто-то просто пол сфер забрал. Я думал, он там прибьет нахуй на месте. Он каким-то образом жил. Не, успел ему еще дать СС на всякий случай. ДПС хватает, если вот этих тупых смертей не будет, блядь. Ни кинетики не должны падать, нахуй. ДПС хватает, нахуй. Вот эти вот смерти, да, блядь, не должно быть какой-то залупы. Это ставьте шкаф, кто там где-то бежит сейчас. У него вот рыба. Два носка, вставай, где ты? Вот, жрите. Призан, где он? Сумануть надо. Громовой утес. Это Энхи, как вы там били, нормально? Хуйня это, ну подбивалась в смысле? Шарики или ну, что? Тяжело, 2 секунды каст молнии. Ну это залуп. У вас же скорость. Так или вы поставьте хватает? Молнию первого уровня, она быстрее кастуется. О, кстати, лайфхак. Хорошая мысль, да. Вы шкаф поставите или что, блядь? Алло. Ставлю. А им и мана садиться не будет, кстати. Ребятки, я ластрай, мне совсем хреново. Тут люди свое здоровье в жертву приносят, а вы, блядь, кинетики роняете. Эпидемия. Блядь, я второй раз рыбу поставил, что ли, сука? Жрите. Призан, ты где там? Ставьте его саму отдохнуть. Да ебать. Я на работе спал как мог, блядь. Хорош. Кинетика, ой, блядь, призан. Я уже призана кинетикой называю, нахуй. Подбивайте призана. Не уроните призана, подбивайте кинетику. Тессы раскиньте, если есть. Да, в натуре, давай. Кто у нас там самый бич? Я даже не знаю, блядь. На кого давать там, блядь? Я в себя засуну. Мистери, тут давай, блядь, по этому. По синтеку давай. По имя имен дай по давакину. Я СС на этом трае успел отдать это. Все, похуй тогда отчет. Локи бы лучше в себя давали. Это готовность принимать, сейчас отчет дам.
В себя похуй, кого дали, того дали. Так, БР там по 3 минуты откатится скоро. Дает счет. Агротука с пылу не сорвите. Сука, не уроните ничего, все по кругу делается, одно и то же. Опять все РДД с одной стороны. А что это за хуйня? Два трупа уже, блядь. Потому что стояли все рядом. Пизда, я в ахуе просто, блядь. Все просто, блядь, ну, пизду, да. Это называется как, блядь? Дам ДПС, но сдохну, да? Посмотри, где я умер просто, блядь. Типа, я ушел дальше всех, ко мне все равно подбежали, откинули, блядь. Ну, значит, стой, значит, стой, бей босса. Нажми шевое. Чаржнись. Чаржнись. ПК стоять под боссом, вмешательством в сову чаржнись, которая одна стоит. Вы вдвоем не сдохнете. А с бичами бежать ты будешь под ПКД так лежать. У кого там у нас БР есть? У Рависта, да? Равист, малифицист, ресы. Уже пролежали, уже столько ДПС проебали, нахуй. Прочилили, блядь. Ну и Мэтт Фокс откатится через 10 секунд, реснешь топу. Милики там вот где звезда, вихрь, смотрите. Равист, малифицист, я что-то не вижу там, блядь. Каску лапу пристабав, убав по пацанам. И Геру еще раз кто-то дайте шамана. Гимн на ману сдайте. И ДЦ гимн на ману. Давакин лежит нахуй. Не зря я создал. Фул баф по ханту нахуй. Сука, если у тебя СС есть, не значит, что падать надо. Отпрыгивай там куда-нибудь. Вихрь, милики осторожно, немножко отведу от вихря. Все 10 миликов вылетают, нахуй. Я понял, блядь. Дал мне зыбку. Призрак, тебя кто... Иди, иди, чё встал? 5 стаков, блядь. Да сейчас уже будет этот. Призрак, тебя кто бьет? Кинетика так показывает красной рамочкой. Что-то не могу понять. А, ладно. Ты имеешь в виду келесет сейчас будет? Вихрь. Келесит 2 секунды. Малифициста подхитить. Верну, верну. ШВ одного пацана. Так, у кого СС есть? На взятом есть? Имя имен у тебя был СС? Я его отдал под Алокину. Ага. 5 секунд смены цели. Дайте каску проверим. Не забывайте бафы там, без бафов люди меньше дамажат намного. Каску лапу. Да так они бухнули после того, как подняли. Порогом. Вот вам горд. Кинетика новая. Луна вон падает. Помогите, блять. Луна, сука. Блять, ну рейд. Не нахуй. На Т. Не Минари, ну блять, над тобой падает. Я ДЦ, у меня нет меткости, я по ней даже не попаду. Блин, я хилом попадаю. Вы что, блять? Да нет. Три человека, которые кинетику бьют, вы смотрите хоть, когда новая появляется, где она появилась, блядь? Там вихрь был, меня откинуло. Ладно. РДД из центра, блядь, что, мы не могли помочь, блядь?
Притык идем пока что. Минус ДЦ. Синтек ДЦ резы. Она здесь со стороны ромбика лежит. Фулл баф по ДЦ, каску лампу пристабав. Вихри разбежались, незыбки нету. Так, Акиса вставал к Узаюзу, захильте Акису. Дейлим на хп. Ну топа сдох. Вадикон топу резы. Последний шанс, умирать нельзя нах. Топа на ступеньках лежит, если чё. Фулл баф по топе приготовились. Фулл баф по топе. Две секунды Талдорам. Дайте инер по Гримзолу. Так, у кого там есть инер, не вижу. Вадикон залет. Ага. Креста 3.5. А, Мэтт Фокс тоже по Гримзолу закинь инер. Так, а Хэлла, у тебя есть тотем, да? Я уже использовал 3 минуты. У меня 10 секунд. Так, Песа, приготовься, скоро гимноману будешь давать. Через 3 секунды. Давай, ставь тотем, Песа гимноману. Ну, без этих смертей бы, конечно, и убили бы спокойно. Ну, чё, сейчас тактику подучим. Вихрь. О, всегда так разбегайтесь. На следующей незыбки не будет. Я, наверное, массакру на следующий вихрь дашь, если он будет. Кинетика на пьедестале упала. 3 секунды смены цели. Вихрь, давай я, наверное, массакру. Так, Давакин. Да, мы бегаем, нам похуй, да, что мы не захилены, блядь. Я ебу нахуй. Два носка, второй по ДПС. Три. Мисс три. Третий. Пошел нахуй, меня не догонишь. Кинетика квадрат в стене. Семь секунд смены цели, готовимся. Будет Талдаром. Хуярим изо всех сил. 20 лямов. Минута 20. Красава, блять. Так, милики, вихрь где-то вон сзади на ступеньках. Осторожно, не взорвитесь. Надо на Валанере добить босса. Рарник бабл приготовь, и Навен тоже. Что там у ДЦ на ману гим? Откатился? Откатился. Хэлла, только не прям сейчас. Тотем откатился у тебя? Хэлла? Минута. Мы тютелька в тютельку идем. 40 секунд, 10 лямов. Должны убить. Значит, рарник в конце бабл, Песа в конце тучку, когда берса будет. Готовимся. Блять, еще келесит будет. От келесица будешь отбегать метров на 30. Даю незыбку, блять, вихрь. 5 лямов. Будет келесит, еще пока нет.
Берса 8 секунд. Готовьте баблы. Не, в принципе, не добьется. Два тела лежат там. Все, пизда. Вот это два тела лежат, которые... Точнее, один, даже два носка, блядь. И то, что падали еще. 4 БРа, это вот это убитый босс. То, что тут исполнять на этом боссе надо, это пиздец. Ясно, как божий день, блядь. По кругу все одно и то же. Просто умирать нельзя, вот и все. Ну, значит, сейчас убьем. А тебя что не могу догнать? Ты бой случайно не начинаешь через Талдорама? Нет, конечно, ты чё? Пиздит. Да я тоже. Потому что я всегда начинал босс через Талдорама. Ну, когда гибридом. Ой, я не знаю, у меня Валанар в топе по урону. Ясно, нахуй, накрутили, нахуй, я понял. Это то же самое, чтобы если я зашел фуриком и хуярил бы Валанара с Талдарамом рассекающим, нахуй. Так я бы там нет, на первом был месте. Для Дестрик я никак не могу накрутить. Ну, я демон, блядь, вообще, блядь, самый соло-таргетный, блядь, самый лох, да? Можно сначала именно ожог души крутануть, и вот так, ожог, ну, короче, можно, схема есть. Чё, Килая, ты уходишь? Пока энергетика хреначного живу. Давай, давай, живи. Потом она уйдет вместе с сердцем. Вызвала скорую. Это, назад сейчас еще полетит, Валька. Не спульте, не беги, кто там, Песа, назад. Сейчас она тут пролетает. Пока скорая едет, траем, блять. Да не мне, он потом еще одну РТ. Бежим. А что у тебя сегодня? Джайм? Земля пухом. А ТТГ и ГМ. Нет, там еще одна рага. Надо в экзольтиды переходить тоже, нахуй. По ночам ебашить. Перехази. Что там, кого не хватает? А тебе надо? Ну хуй знает. Вам надо? Нам всегда нужны танки. Танки, нахуй, нихуя себе, так у меня 3 танка, блядь. ДКшника не переведу, может пала. Все, уходишь от нас. Почему он в ночную, во вторую смену? Вторая смена. Да не, типа нет. Пока что неохота, нахуй, как-то лень, блядь. Как-то лень. Типа, да, заявлять себя танком, когда я хочу Редрика одевать, блядь. На даваки накидает СС, он пишет. Так я так еще ни разу не упал, блядь. В итоге 2 раза уебал. Сука, давакин, блядь, не сдохни. Да, давай обмен. Сука, давакин, ну, блядь. Ну, блогерские места вроде были, спросить могу про Редрика. Ебать, мой Редрик там 14-15 наверное, дает, нахуй. Хуйня такая, пиздец. Будет, они меня в ШП таскали. Они меня до пропа на этом дотащили. Короче, ДПСеры есть там, я так понял, да? Вать, заходишь, говоришь, я же девочка. Давайте делать. А, я понял. Привет, меня зовут Слава. А там типа настолько на лайфе, что... О! Короче, ребята, блять, давайте это, с этого трая убиваем. Не сдохните, никто вздыхает, короче. Тут полный пидор, короче. 1 000 000 ГП, нахуй. Просто, блять. Вы живые, лучше больше профита дадите, чем лежачие, блять. 2 носка чего тебе не хватает. Ну. Просто. Ну кидай так же, на кого ты кидал там. Так же, на кого кидали, давайте. Песа готов? Мистер, давай хуярим. Минуточку буквально, ща вернусь. Мистер, тут на нас все держится, блядь. Не спультите только. Никто. Да мне что-то кажется, вот этот Мэтт Фокс, нахуй, лучше бы чилил, нахуй, этот. Мэтт Фокс и так, в принципе, бьет. Ну да, он и так занимается этим. Да мне кажется, надо кого-то с них, допустим, Мэтт Фокса поставить на сторону Акисы, допустим, или Призана, а этого Милика одного добавить туда бить. Как думаете? Призана киса, кому с вас хочется побить? А то там Довакин с Мэкфосом в одной метке, нахуй. И так помогают. Не, слушай, у нас и так сферы падают. Даже учитывая то, что типа люди сидят на сферах вроде бы постоянно, и у нас все равно умудряются не падать. Иногда. А ты в Элиме. А киса, давай ты побьешь, короче, этот Мэтт Фокс.
Где ты, Мэтт Фокс, у меня, блядь? Ты кружок, да, стоишь? Ребята, которые... Призен кружок. Которые на сферах. Мэтт Фокс и Давакин. Я вижу, что вы по миллиону практически надавали в боссов. Не надо. Просто вообще боссов таргет не берите. Ну, Давакин, ладно, он там Пэттона отравил и забыл про него нахуй. Этот, перебеги, Мэтт Фокс, перебеги на ромбик. А Киса там в миле пойдет бить. Двадцатку ДПС хотя бы 20-15 даст. Также кружок там призен вэлями, а в звездочку Давакин смотрит. Ну давай, чё, проверка. Я вам, блядь, рыбы скормил, что-то по два раза ставил, блядь. Да, блядь, заебись, что это неплохо, блядь. Ну кинетику тоже кому-то надо бить. Кила, это где там? Чё я тут? Так, а чё ты? 5, 4, 3, 2, 1. Да ёбаная, это что это, блядь, кинетика или что там, блядь, за хуйня? Или это вихрь меня откинул? Кинетика. Так а нахуй она падает, блядь, я вообще вас не понимаю, нахуй. Как вы играете, блядь? Нет слов просто, блядь, ребята, нахуй. Это Гера, это не обычка, надо здесь стараться всем, блядь. Имя имен раскол нажми. Чё там, агра на Келис нету, что с сферами стоишь там? Что там, блядь? Вомы не смотрите. 520. Ты отбегай хоть, давай им там. Всё, талдаром объём. Веру? Да, да. Сферка, кинетик. Вадикон по Гримзолу Иннер. Уже заранее. Три секунды смена, готовимся. Валанар. Ой-ой-ой, ромбик нахуй, смотри, ну вихрь же нахуй. Кинетику помогите в ромбике все, крестик. Захиливаемся, захилимся, Мэтт Фокс, захилься, стой на месте. Чё, можешь побегать? Только потом встань, чтобы скинуть стаки. Чё, добежал до кинетики? Ты прибежал не к кинетике, а к пустоте. Ну ладно, похуй. Нас будет падать скоро тут. Это я сильно наседаю на пацана, блядь. Будешь пиздец. Даю незыбку на этот вихрь. Захильтесь, захильтесь, не падать. Келесит. Отводи сферки, только смотри, чтобы под твоей жопой не появился вихрь. Если отлетишь, незыбка, пальцы на незыбке. Возле него там тусуйся, ДЦшник, зубы, если что ему дать, если слетят сферки с него. И сферки вернуть надо. Вот домашний. Если Келли не дамажит, мы хуй пройдем. Тут надо Святосу подтягивать. Рарник Шема будет побольше давать. Ой, блять.
Смена цели 7 секунд. Подвожу поближе к вам боссов. Вот они в ромбике примерно. Талдаром объем. Давайте, это все по кругу просто повторяется. Просто, сука, не дохните, и все. Ебать, подлагивает еще, сука. Генетика новая, смотрим где. Не проебите. Смена цели 5 секунд. Вихрь Милики, смотрите, звездочки, отбегите немножко. Вот сюда. Валанар. Значит, Айновен, готовь. Кто там? Грим, ставь тотем. ДЦ гимноману. Равист Иннер по Айновену срочно. Айновен, массакру на этот вихрь сейчас готовься. Вот на этот, давай массакру. Ой, я к Келю отлетел. Что, сейчас скинем и отбежим. Немножко отведу. Будет килесь, отготовьтесь. И могущественный вихрь. Разбегайтесь, будет незыбка. Даю незыбку. Идите килесит, обейте. Отхильтесь только, отхильтесь, чтобы вас отхилили. Брюли, закинь повару из тюрьмы, если бы ставил. Так, что там по мне, блять? Мэтт Фокс по хэлла дай. У меня все нормуль. Ладно, не давай. Ладно, Мэтт Фокс, дай по Айновену тогда. Пускай в КД будет. Еще у кого есть? Вадикона есть. Вадикон дай по Гримзолу. В конце там еще разбавим. Еще тотем, еще гимн есть. Талдаром 2 секунды. Поближе к ромбику подвожу его, милики. Уярим. Кинетика, блять, возле боссов. Не уронить. Что, истерия есть? Нет? Ой, да. Да, да. Айновен, что у тебя до массакры? А, Брюли. 23 секунды, 22, 21. Должна откатиться до первого вихря. На Валанар. Ага, все, откатится, нормально. 10 секунд Валанар будет, готовимся. 10. Угу. Все, там на первый мощный вихрь дашь, я на второй. Два сейва хватает. Так, вихрь, вот давай на него, давай. Да. О, сука. Равист топу ресы. Мэтт Фокс Акису ресы. Помогите кинетику подбить там. Мэтт Фокс, давай, Акису ресы. Кинетику помогите, вот, блядь, луну нахуй, возле боссов, сука, все подбили. Мэтт Фокс, ты найдешь там, вот, фулл баф, каску лапы, пристав баф по людям. Готовлюсь, даю незыбку. Разбежались, незыбка есть. Быстрее разбежались. Вот, захиливаемся. Все, смена цели 5 секунд, келесит, и все, добьем. До берсы 2 минуты, нахуй. Я же говорил, сука, не дох, и все убивается, блядь. Звезда. Дайте что-нибудь на ману. На ману... Что тотем поставлю? Ставь тотем ПСА на ману, читай. Ну, научились, получается. Осталось Вальку захилить. Ну да. 3 ляма. Добьете, я думаю, даже накелесите. Завтра. Че, у нас еще час есть, Вальку ебанем. В принципе, Лану посмотрим, если Вальку ебанем с первого трая, не со второго. Ебать. А там вообще чил, там расслабон. Я Ксентека отправлю летать с Хпалом. Я про Лану. А, пощадите. Лана очень сильно требует ДПС, очень сильно. Гораздо сильнее, чем Принца.
Да то не удивительно. Мы за Сибирью чутелька в чутельку. Плюс соблюдение тактики. Ну да. Мы это все можем. Не, просто я к тому, что даже если мы идеально будем делать, я помню, мы за Сибирью абсолютно идеально тактику исполнили. У нас в запасе осталась одна секунда. Ну, посмотрим, какой ДПС будет. Не, тут, блядь, все идеально, конечно, надо, блядь. Да и здесь, смотрите, как играли получше, чем первые трое, блядь. Это кольцо ебаное, это надо кому-то, обоссанное. Крит МП5, блядь. 10%, может, надо кому-то. Обычных с хостой берут. Че, мистер, не догнал? Крит тоже лишним не будет. Мы что-то с тобой сейчас оба в очки оказались. А я сам что-то не пойму, что блин это. Но она просто что откидывала, была так неудобно. Да. Я локом, когда играл на совете, ставил себе этот портал. Откинул и вернулся. Все ставят. Ну, так, нет, я именно что, блядь, откинула на могучем, типа, стоял на поху и вернулся, и дальше хуяришь отдачу. Ну, да, так и делаю. Mm-hmm. Просто видишь, в чем дело, там может уже еще этот пружинка появится. А тебя имя, ну, имен да, обогнал. И два носка первый по ДПС. Два носка, красавчик. Меня имя обогнал? Да. Ну, у меня второй он в рекаунте, носок первый. У тебя неправильный рекаунт. Правильно. Ну, в смысле, details рекаунт не учитывает на 4. Да. Ну вот, я захожу в скаду. Ой, не в скаду, у меня details. Первый у меня спирит, второй история, третий два носка, четвертый взятый. Все верно. Пятый мистери. Имя на самом деле тут довольно ровненький очень урон у нас. Типа у нас у первого 7700 в боссов надамажено, у восьмого 7. Типа это небольшой разброс на самом деле. Что это неплохой очень показатель. Сам по себе. Кстати, странно, в прошлый раз... у меня 9 лямов было по боссу, когда мы не убили. А я сейчас вообще просто затестил. У меня, короче, ни одного сокета на СПД, на фулл крит. Просто все в крит бил. А я не знаю, кстати, Дестрик, по-моему, так и собирается, нет? Да нет, там СПД надо. Ну, вот я сколько общался, там СПД. Ну, вообще, вот хочу себе отпустить СПД до 55%, чтобы у меня было, вот, ну, в рейдинге. И у меня еще хита очень мало. То есть если я ожогом промахнусь, любым другим талантом промахнусь, еще не так страшно. А если я ожогом промахнусь... Поджиганием. Ну, поджиганием. Да, там сразу же в помойку нахуй уходишь. Да, это... Плакать, блять. На самом деле я слышал про крытовых дестриков. Нет, а сколько хита? Ну, редко очень было, очень редко. Ну, сколько хита у тебя? Это, у меня сейчас 60%. Хита 345. И, ну, если в процентах, 13-15. Ой, ты чё, тебя проценты бить надо обязательно вообще. Ну, я знаю, 412. Хотя разве 400, не 11? Если будет 400, то... 14. Не, ну если уже будет 400, вот у меня метрости. Причём 14, это софткап. Ты бы знаешь, что сделал? Ты бы выкинул один поинт из нечистой силы и засунул бы его в колдовство в один поинт. А мне вот это падает постоянно и так нормально. Редко-редко промахи бывают. Вот если, не, если, есть... если ты хаос-болтом промажешь, это же тоже пиздец, какой потеря, какая потеря урона. Типа демон вообще не должен больше дестрика давать вообще никогда. Если нет, демон первый дестрика, идет первый дестрик, дестрик, потом демон, а потом уже дестрик. Нет, мистери, Афлик уже давно мертвый спек, уже, наверное, месяца полтора, на Афликах вообще никто не играет, мертвый спек абсолютно. А чего так? Его нахуй убили Т4. Ну, не знаю, но вот я как видел, это Афлик, ну, сначала демон, но если считать как, начало боя, середина боя, Дестрик дамажит, потом, вот когда экзекут появляется, демон начинает дамажить. А потом уже вырывается под самый конец Афлик, стоп, выбивается. Ну нет, а Афлик уже очень давно нихуя не может. Типа это месяца два назад такое было, да, что Афлик там что-то мог. Сейчас нет. Я не знаю, там в Экзальтедах как, есть Афлики вообще? Честно, не узнавала, могу спросить сегодня. Как я не помню, кто из них есть кто, я пока не совсем освоилась.
Ты шо, в рекаунт не смотришь на первые циферки ДПСа? Зачем я не смотрю на ДПС в принципе. Все, пацаны, расходимся. Правильно, молодец. Так никому надо. Наш ДПС, потому что нахуй никому не нужен. Я ебучий хилоприз, зачем мне твой ДПС? Да не, ну блин. Интересно же. Тренюк мне заменить, а то мне как-то эти часы. Часы, ну хотя нет, для Эстрика, кстати, хорошие часы. Очень хорошие. Говорят, что Кабар намного лучше будет. Блин, да я хожу, вот сколько в Зломан ходил, ни разу голова не упала. Думаю, ну хер с ним, думаю, может там Талик выпадет, там вроде смотрел, думаю, вроде как никому не надо, думаю, может там как-то подхвачу себе, как бы прок, который вот у меня на 10 секунд, а там на 20 секунд, думаю, ну там голову ЦД то ли полторы минуты, то ли две, она не сильно профитит, там труба, по-моему, сильнее будет. Так, а часам поднимали шанс прока? Просто у них у стандартов 10% 200, это очень мало. Не, их точно перерисовывали, 100%. Часики перерисованы. У них у стандартных еще и КД минута, а здесь 45 секунд. Не, вообще просто как бы вот за Сибирь у нас как было, у нас было три лока, я один демон, два чувака дестрика. У нас был шмот, в принципе, аналогичного итем-левела, и дестрики давали там в среднем, на косаре их, наверное, побольше, чем я, ну, может, на полтора-два. Вот, поэтому дестрики, тут типа вы должны больше меня дамажить, у вас немножко неправильно собрано, что это значит. Копье на войде, на мне копье. Ну, не знаю, может быть. Ты ну, процент, не знаю, ты обязательно процент вот этот залутай, обязательно процент сделай. Смотри, если вот сейчас собираться, если бы Джайна убивали, я бы, допустим, взял бы себе нонсетовскую голову. Ну, ёпта, ты, конечно, ебать зарулил, если бы ну, Джайна. Вот. А так сейчас я нонсетом взял, как бы, плечи. Ну, они там и дух, и крит дают нормальный. Ну, плюс у меня еще отступник тоже дух, крит. Талант юза, там сколько, 90 или 100 СПД, у меня постоянно висит. И я делаю так, что у меня ротация проходит, получается, через жизнетвор. Но... А, я понял, ты себя бафаешь на СПДшку. Ну да, вот. Ну, у меня ротация так, ну, у меня есть, оно мне даже сначала, мне перед началом боя, конечно, а потом через я, 30 секунд. Я понял, да. Через 40 секунд мне еще надо обновить, но оно у меня постоянно висит, как бы. Не, ну ты, короче, это, процент меткости прям вот, ты удивишься, насколько у тебя ДПС увеличится. Типа, да, кто-то... Стой. Выйдите оттуда, выйди, кто там забежал. Запустится да. Босс, все, можно заходить. Просто даже нечего поставить, чтоб меткость. Так я говорю, таланты перебрось. Талантами. Так, давайте подумаем, как захиливать эту хуйню. Хэпал один у нас, надо шамана отправлять. Тут шаманов полетает. Могут оба по очереди. По очереди смысла ну, нет. Вообще я могу, скидывать. Но желательно второго хэпала. А у нас никто спекнуться не может из пала? Нет. У нас один рарник, у него холи пала нет. Да, нету. Ну это проблема, но я полетаю. Может травиться поменять? Может у кого-то винки есть холи пала, потому что два холи пала. Ты зайдешь, ничего разница. На холи пала вообще без проблем. Ну давай зайди тогда. Я все равно тогда по его не буду тратить свои приоры. Это было как интереснее вообще. Ага, ну все понял. Давай заходи. Так. Так. Значит, Эновен, с ними полетит Синтек. Синтек, ты летишь не в плане того, что ты прям Вальку захиливаешь, а ты летишь их не уронить. Помочь пацанам. Ну тоже стаки соберу, тоже подхили, но не побольше, не дохуя. А это. Чего? Сумануть или мы еще не нашли? Дошли, ставьте шкаф. Два тела сумануть надо. Так, блять. Хукмастер, давай в ДД нахуй. Рарник в танка. Не хочу, чтобы он это танчил. Пару вопросов. Там же, по-моему, хилиться нельзя, и эти сферки они урон наносят. Как это хилиться нельзя? Хилиться там можно. Сверки урон... Ну, чем больше стаков, тем больше ты урона лутаешь. Понял. Ну, Айновен летал, знает. Равист, ну, я тоже что-то. Думаю, шарит. О, я буду полтора, но последний раз летал в Гере. К
капец, как хочу как-нибудь полетать, но вряд ли получится. Самая главная хуйня, ребята, блять, это то, что два танка должны все сделать, чтобы не подошли мобы к хэпалам. Они их ебанут, потому что... вот смотри, слева буду я. Давай, где там эта метка ебаная? Кидайте по этим мегахелям. Сейчас 2Т10 заодно заберу. Бля, имя Мёна, ты не разбирался, что у тебя с локом не так? Ты ж вообще тут ебать должен всех нахуй, как стоящих. Я думаю, дело в расе. В расе? Кстати, да, раса много, значит. Undead. У меня андеды все нахуй, моя любимая раса. Чем андед хуёв, блядь, 3% СПД бафует. Там еще дот у него есть, который под проки скидывает еще на дамажный, блядь, 4% урона от всего дамага. Так, давайте, этот самый, значит, ой, блядь, рарник. Да хуйня она там дамажит. 2%. Ну, там не, ну, 2-3%. 3% дамажит. Ну, 2 вот у меня, 2-4 вот сейчас. Ну, ты скидываешь под проки, например, то есть она просто скалируется от проков, господа. То есть, если ты ее будешь скидывать онли только под проки, то она у тебя будет наносить урона больше сотен. Не, ну, кстати, вот, допустим, у меня ракетка у гоблина. Тут 3,5% урона.